Я хочу сказать, что дорога к этой победе уже длинная. Татьяна Михалкова должна была пролететь несколько сотен тысяч километров. Она была более чем в 100 городах страны. В этих городах самые талантливые, самые яркие дизайнеры показывают свои коллекции. Там были найдены настоящие бриллианты, которые приехали в этот раз в Россию. Русский силуэт — это не только Россия, это и Украина, и Беларусь, и Грузия, и Литва, и Латвия, и многие другие страны. Это действительно большой международный проект. И сегодня, спустя 15 лет после старта, мы можем сказать, что такое фондовое, такое конкурсное молодых дизайнеров нет не только в России, но нет и в Европе, и в мире. Многие международные звезды, дизайнеры, которые были здесь в жюри, отмечали, что это уникальное явление, такой крупный проект, который действительно помогает человеку в жизни, молодым и талантливым людям. Только если взять победителей первых лет, Алена Хматуллина, Александр Терехов, Вилла Волк, Тимачев,